Необъяснимые явления, которые шокируют, пугают, дают повод задуматься. Периодически появляются сообщения о том, что люди сталкиваются с аномальными явлениями. Что делать, если вы встретились с полтергейстом? Неудобный вопрос мы зададим руководителю группы алтайских исследователей «Алтай Космопоезд» Михаилу Макарову. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Часто ли вам приходит сообщение о том, что люди сталкиваются с полтергейстом? В последнее время не так часто, и, возможно, просто люди уже достаточно осведомлены и насмотрелись. Уже приелось. Да, приелось, поэтому полтергейст носит все-таки субъективный характер и встречается далеко не всем людям, не всем обывателям, не во всех квартирах происходит. Но все же, обращаются к вам? Наиболее яркие случаи обычно в средствах массовой информации отражаются или попадают в сводку, допустим, криминалистическое, там, милицейское. А какой самый известный у нас на Алтае вот в последнее время можно сказать? Самый известный на Алтае, несмотря на то, что были другие случаи, это случай так называемого огненного человека, огненного линия, это в городе Рубцовске над домом инвалидов. Mm-hmm. И он связан в том числе с событиями внутри самого дома, а как основа базы изучения выяснилось, что этот микрорайон построен на бывшем кладбище. Mm-hmm. То есть некрогенная зона, поэтому всегда, когда такие случаи встречаются, мы делаем акцент в том числе, что это может быть связано и с негативной энергетикой, которая там находится. А что случилось? Тем не менее, несмотря на то, что там это жили люди-инвалиды, семьи с инвалидами, специальный дом специализированный, созданный, построенный по программе Алтайского края, генератор там был. Так, что случилось? Там случилось то, что упало потом это в интернет, а потом по всему миру разошлось. Это над домом вознесся некий объект, который раздвоился и был напоминал это НЛО или какие-то гигантские человеческие фигуры. Мы провели расследование, в том числе с нашей телестудии, и выяснилось, что события происходили не только над домом, но и внутри дома. И видеосъемка, которая зафиксировала это явление, она была случайной. Делали ее молодая пара из дома напротив, он милиционер, она там студентка. Ну, то есть зафиксировали случай, они, что вот над домом было что-то огненное. Они зафиксировали, и проведенный расследование показало, что, несмотря на то, что было якобы много очевидцев, очевидцев явления не было. Но события происходили внутри дома, поэтому там была одна семья с дочкой инвалидом, и именно внутри нее прошел вот этот якобы огонь. А как вообще опознать полтергейст? Полтергейст это или что-то другое, шаровая молния или что-то еще? Ну, те, кто интересуется, научно различают, потому что шаровая молния – это физический объект, который изучается учеными уже давно. Да, но его же сложно вот так классифицировать человека, который, допустим, никогда не видел шаровую молнию и никогда не видел полтергейст. Как это объединить? Полтергейст, что-то, скажем так, прямо не связан с шаровой молнией и не выглядит в виде шаровой молнии. Это обычно некие надписи, звуки, движения внутри квартиры применительно к какому-то человеку, которого они достают. Mm-hmm. Поэтому там надписи могут угрожающие, могут иметь информацию. А вы сталкивались с полтергейстом лично? В прямом столкновении нет, но бывали в квартирах, где люди жаловались на линию полтергейста, нам приходилось это обследовать, чистить, тогда еще с Леонорой Васильевной Чуклиной. А чистите, как вы чистите? Чистите как энергетически, то есть если там связана плохая энергетика, допустим, может быть радон выброс под домом находится, какой-то разлом, дом стоит на разломе, и где-то другие возможные вредные выбросы, или криминальная прошлая квартира, то есть энергетика, возможно, уже испорчена, поэтому в качестве профилактики чистим, опять же, обычно огнем, или какими-то другими движениями, заговорами, в том числе, с тем, чтобы энергетика успокоилась, и обычно полтергейст исчезает. Хотя есть случаи, вот, типа этих барабашек или домовых, когда они не исчезают, допустим, переселяются в другие квартиры. Угу. Такие случаи зафиксировались. Ну, кто-то вот батюшек вызывает, а можно вас позвать, да, чтобы вы почистили квартиру? Да, но если домой идет все хорошо, вот, условно говоря, барабашка, если можно договориться, то обычно люди уживаются с ним, и оно сильно не достает. Я такие случаи знаю, вот, поэтому редко, в основном история, когда что-то нехорошее, когда плохо действует с полтергейстом людей, вплоть до там, это опасных вещей, что-то летит, сжигается, горит, рушится. А есть ли какое-то логическое объяснение этому феномену? Ну, теорий несколько, связано, прежде всего, с плохой энергетикой, возникшей в этом месте, или блуждающей плохой энергетикой, которая имеет, может быть, исторические корни, какое-то убийство старинное, какое-то заклятие. Вот. Может быть, вредные выбросы, опять же, связаны с геомагнитной, с геологической, ну, физической землей. Причины могут быть разные. Если так коротко сказать, что кто-то видит, кто-то не видит, и причины могут быть разные, да? Да, видит и слышит это редко, то есть редко полтергейст сам не бывает. И люди в основном благополучно решают ситуацию. Но вот сводки попадают как раз в случае, когда это негативно действует. Связано с умершими людьми, там, с болезнью, может, в том числе. Хорошо, спасибо вам за интервью. О том, как вести себя, если вы встретили полтергейст, мы говорили с руководителем группы алтайских исследователей «Алтай Космопоиск» Михаилом Макаровым.